Жиру матч был очень. Команда такая боевая, бьются за выход в плей-офф тоже. Им нужны очки, нам нужны очки. Вот. А так только положительные эмоции. Ну, не совсем, конечно, все получалось сегодня. Но так как бы вполне как бы нормально отыграли. Во втором периоде, как показалось, можно было решить, наверное, большинство вопросов по исходу сегодняшнего матча, если бы не вратарь соперника, там очень большое количество сейвов. Ну да, вратарь еще чуть подтащил, но мы большинством поработаем и будем забивать. Как думаете, что все-таки не получается в большинстве? Там порой были моменты, когда казалось, что уже шайбе деваться-то некуда, а она все равно не идет. Мне кажется, просто обычное невезение. Не везет, не везет, а я думаю, все равно должно повезти. Хорошо, хоть сегодня в меньшинстве удалось забить, там вы отлично убежали. Ну да, просто выгодная позиция такая была, и выкинули шайбу, я ее принял, там уже бросил, да и все, на поражение. Так вот. Сегодня все равно в меньшинстве мы отработали очень хорошо, все броски на себя поймали, там защитники, все во льду у нас ходят, так. Молодцы, ребята, вообще. Дальше у нас в домашней серии остается один поединок против Челмета. Что скажете по этому сопернику? Там команда молодая, боевая, побежит, скоростная. Будем играть дальше, продолжать, уже выходить на победную серию дальше.